Здравствуй, Сара, я так и вернулся. Ой, Абрам, какая радость, а что так быстро? Ты же уезжал в Магадан на 2 недели, а прошла всего 1. Ну так это же Магадан, там 2 дня. А что ж ты не позвонила, не предупредила? Я даже никак не подготовилась. Ну я не хотел тратиться на межгород, поэтому написал тебе письмо. Какое письмо? Вот это. Ну ты же знаешь нашу почту, я так и решил, что будет быстрее, если я его доставлю тебе лично. Абрам, а что это? Ты подожди, не раздевайся. Не мог бы ты сходить в магазин? Дома совершенно нет хлеба. Сара, ты что, мне изменяешь? Ты что такое говоришь, Абрам? Сара, скажи мне честно, у тебя кто-то есть? О чем ты, Абрам, я не понимаю. Ой, Сара, не шути со мной, ты же знаешь, когда я в гневе. У меня может начаться приступ астмы. Абрам. Ну и что я тебе говорил? Это кто? Да ну кто? Да хам какой-то. Ни тебе здрасте, ни мне до свидания.